2 часа в день. Именно столько тратит человек на просмотр видеоконтента. И делает он это с разных устройств. Стационарный компьютер, телевизор, ноутбук, смартфон. Все устройства для этого подходят. Оно и понятно, ведь в случае кинематографа зачастую сериал или фильм захватывает настолько, что его хочется быстрее досмотреть. И при этом не пролистывая каждый раз на нужный момент. С помощью сервиса Wink от Ростелекома вы можете смотреть свои любимые фильмы, сериалы, телепрограммы тогда, когда вам удобно. А главное, делать это в любом месте. В дороге, в перерывах между работой, дома перед телевизором и так далее. А если вдруг вам потребовалось отвлечься, любой канал или телепрограмму можно поставить на паузу, а потом через какое-то время продолжить просмотр. Удобно, что у вас один аккаунт на все устройства. Например, вчера с утра я начал смотреть новый сериал на телевизоре, после продолжил его просмотр на смартфоне, когда ехал до работы на такси, ну а потом уже в законный обед досмотрел на стационарном рабочем компьютере. Единственное, что необходимо, это подключение к интернету. И то не всегда. К одному аккаунту можно подключить до 7 устройств. Отвязать старое и привязать новое устройство вы сможете самостоятельно в любой момент и на любом доступном экране смартфона, телевизора или экране монитора и наслаждаться контентом. В приложении более 400 телеканалов на любой вкус и более 60 тысяч фильмов и сериалов. Важно в HD-качестве и без рекламы. Еще один лайфхак для экономных ценителей контента. Вы можете попасть в суперакцию Wink 5 в 1. За единую плату можно подключить сразу 5 известных онлайн-кинотеатров. Wink, Море ТВ, Старт, Амедиатека, сериал Кинопоиска. Пользуйтесь! В видеосервисе Wink, кроме популярных фильмов и сериалов, выходит эксклюзив. В апреле подписчики Wink каждый вторник ждут выхода новой серии спортивно-драматического сериала «Последний аксель». Это сериал про женское фигурное катание. В одной из ролей снялся легендарный Алексей Ягудин. Также Wink от Ростелекома радует и другими новинками. С 1 апреля стала доступна напряженная янтарно-криминальная драма со звездным актерским составом «Пласт». А еще в апреле стали доступны все серии нового сериала «Зателки». Это порочный триллер о любви, сексе и женской мести по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева. Главный герой – молодой успешный директор пиар-агентства Андрей Миркин. Он не стесняется использовать женщин в своих бизнес-интересах. Но неожиданно все идет не так. В сериале собран самый звездный состав. Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова и другие. Согласитесь, интригующий сюжет. Приложение Wink можно скачать на любое мобильное устройство из App Store и Google Play. Подключить легко. Зарегистрируйтесь по номеру мобильного телефона или адресу электронной почты. Также с помощью Wink можно оформлять подписки, покупать или брать на прокат фильмы и сериалы, скачивать себе понравившийся контент, чтобы посмотреть его потом без подключения к интернету. Видеоконтент стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он развлекательный, познавательный и просто интересный. Удобно, когда есть приложение, при помощи которого ты можешь наслаждаться огромным его выбором в любом месте и в любое время.